Хочешь, покажу тебе парфюм, который будет привлекать внимание окружающих вот так. Вот он. И что самое интересное, многие из них никогда ничего подобного даже не встречали. У него цена недорогого люкса, но звучание как у дорогущей ниши. Тут есть свежая фиалка, многим знакомая по легендарному Фаренгейту. Тут пудровый пыльный сандал, тут спил кедра. И в нем очень много альфакторных галлюцинаций. Айзенберг Янг.